Владимир Пресняков-младший. Знаменитый российский эстрадный певец, аранжировщик и композитор. Пик его популярности пришелся на 90-е годы, но и сейчас он работает над созданием музыкальных композиций. За событиями в творчестве артиста следят преданные поклонники. Будущий музыкант родился в Свердловске 29 марта 1968 года под знаком зодиака Овен. Владимир Пресняков-старший был руководителем эстрадного ансамбля и лауреатом нескольких джазовых фестивалей. Мать мальчика в девичестве Елена Кобзева, позже Елена Преснякова, была солисткой в ансамбле мужа. На днях Владимир Пресняков напомнил в персональном блоге, в каком смелом образе щеголял ранее. Супруг Натальи Подольской не просто выложил старый кадр, но и сравнил его со снимком другого знаменитого исполнителя Андрея Григорьева Аполлонова. Пик популярности коллектива «Иванушки Интернешнл» пришелся на вторую половину 90-х, что немного позже, чем у Преснякова, который начал взрывать концертные залы примерно за 10 лет до этого. Но, несмотря ни на что, стиль у артиста был примерно одинаковый. Они оба носили модную в те времена длинную шевелюру. Возможно, именно поэтому пользователям сети показалось, что исполнители выглядели словно родные братья. А вы что скажете? Пишите в комментариях.